Закрытый тренинг-семинар для журналистов и пресс-секретарей «Родина правды» состоялся в точке кипения. Событие открылось панельной дискуссией. Более 100 ульяновских журналистов рассуждали на тему, что происходит в СМИ и как с этим жить. Организаторами мероприятия стали Центр инноваций и коммуникации, «Русские репортеры» и «Дом молодых» при поддержке Министерства молодежного развития. Спикерами у нас станут практикующие федеральные специалисты с высоким уровнем. Я думаю, ребятам будет чему поучиться, и специалисты выйдут на новый уровень своего профессионального мастерства. О трендах в мире новых медиа рассказали федеральные спикеры. Старший корреспондент ТАСС Белла Волкова начинала карьеру в Ульяновской области. Была юнкором в газете «Димитровград Панорама». Получив образование и набравшись опыта, Белла вернулась в родной город, чтобы рассказать молодым коллегам, как находить истории даже тогда, когда кажется, что их нет. Нет истории, нет журналистики. На самом деле это так. Можно сколько угодно говорить, что там новые медиа все захватили, да, никто ничего не читает. Неправда, даже в новости должна быть история. Везде должна быть история. Гуру в мире российской журналистики Дмитрий Михайлин рассказал о принципах и правилах создания ярких историй. Он уверен в том, что новая реальность требует новых жанров. При этом сторителлинг является основой современной журналистики. Людям интересны люди, и поэтому что-то рассказать людям, что-то донести до людей лучше всего через истории других людей. Мы очень нуждаемся в хороших примерах, положительных людей, которые созидают, которые меняют мир к лучшему. И чем больше таких историй будет в нашем медиапространстве, тем здоровее будет наше общество. Создатель сети городских пабликов, продюсер Илья Лачканов, объехал с лекциями 55 регионов России. Из его уст ульяновцы узнали, как упаковывать истории для соцсетей. Социальные сети – это не отдельная субстанция. Это просто канал коммуникационный для контента. И вопрос не в том, какой текст. Если текст хороший, его будет читать везде. Если контент хорошо упакован, интересно сделан, если он компактен и драматургичен, потому что последние вот годы я рассказываю именно про драматургию. Участники семинара-тренинга по достоинству оценили его пользу для своей ежедневной работы. Ксения Ракитанская стремится быть в тренде и всегда идет в ногу со временем. Я очень рада, что у нас в регионе проводятся подобные масштабные мероприятия с приглашением федеральных спикеров. Это очень важно, потому что это повышение квалификации для нас. Мне, допустим, очень интересен жанр сторителлинг. Второй день семинара посвятили практике. Эксперты и журналисты вместе разбирали готовые сюжеты и публикации. Каждый участник получил советы от экспертов. Ульяновские журналисты узнали, как сделать свои статьи и сюжеты еще ярче и интереснее. Проект «Родина правды» реализован в рамках программы «Регион для молодых» национального проекта «Образование». Валентина Никонова, Геннадий Бухтаяров, Олег Тоньшин, Улправда ТВ.